Итак, 595 серия, участок Крым-Москва. Это заключительная серия маршрута путешествия по маршруту Москва-Мурманск, Магадан, Владивосток, Крым, Москва. Ну вот и закончилась поездка. Заканчивается поездка. Небольшая статистика заключительная. Значит, пути был 57 дней. Маршрут прошел через знаковые точки: Мурманск, Магадан, Владивосток, Крым, Москва. Пройден путь больше 33 700 километров. Повторю, что на это было затрачено 57 дней. Обработка и размещение видео в YouTube, ну, составило больше 9 месяцев. 21 октября, по-моему, начала размещать. Ну, можно посчитать, кому интересно. На этом я прекращаю, останавливаюсь на этом. Что будет дальше, не знаю. Мне нужно немного от этого отойти. То есть мне уже это видео уже порядком надоело. Я буду рад, если кому-то это пригодится. Я буду рад, если кто-то увидит для себя что-то новое, кто сможет посмотреть регионы, которые не были известны. Ну вот, вроде и все. Я благодарю, кто морально в комментариях поддержал меня. Это было крайне необходимо. Ну и на прощание хочу пожелать всем ни гвоздя, ни жезла и запаса тормозного пути.
Гляди, говорят, проводят. Обычный режим записи.
режим парковки.
стрелка. Ограничение 60.
А? Машина сзади, говорю, да давай я тут, ну, тебе место занято. Ну, туда, наверное, выйдите. Ну, давай, сейчас вперед стоим. Я это сделал.